Так, ну всем привет, опять у нас зима по полная. Всем ко всем пришла, к нам нет. Вот сейчас покажу своих ягнят и мамок. Вон у нас тут все в навозе чистить уже. Все забросали, блин. Ну ничего страшного. Сейчас почистим. Да, шквешка. Пойдут, интересно. На, иди. Вон стоят. На, быстрее. Ну, пойдешь? На, иди, мой золото. На, Бил, иди. Сейчас мы отсюда по сугробу. Мелко, на, иди. На, иди быстрее. Иди, моя сладкая, иди. Заросла ты вся, да? Ну иди, вон мелочь маленькая. Увидишь, да? Шквешки. На, иди, будешь еще, на. Да. На, иди. Мелко. О, мелочь, все. Столько снега не видел. На, иди, чего там? Иди. Сейчас вышли. Ну вот такие вот 4-5 месяцев вон стоят ягнята. Мелкие. Это покрупнее, месяцев 6, наверное. Не знаю, посмотрю, может 4-5 себе оставлю. И весной кое-что на продажу будет. Ну, сейчас думаю, еще несколько принесут. Каких, да, мою золото, стар. Это Катькина. Катькина. Вот так кое-что. Есть старая, иди сюда. Че туда не. Туда-то не ходите. Катю, блядь. Я тебе говорю, Катю надо пересадить. Вон на нее, блядь, прыгает, урод, блядь. Не того отдали. Вот он. А это второй. Двое. Ну нахрен его продать, блядь. Пишите, кого на этот, на племя парамановцев чистого. Отдам задарма, блядь, а то они уже этот, портят своих. Ладно, надо подстилать им. Это жебель становится. Из-за сеножа? Нет, из-за того, что ничего не подкидывает. И сена нет, и ничего на подстилку. Лампочку последнюю. Нашел. Ладно, сейчас можно. Ну, полуслепая, плохо видит она. И этот. Отсадили сейчас ягнят к ней. Как она воспримет их, как это все будет. Ну, потом в следующем видео расскажу. Вот баран племенной, который мой производитель, их два. Но я уже об их говорил. Сейчас мне спрашивали барана на племя, но, по-моему, у меня нету. Остались такие вот яркие на племя. Сейчас я внимательно посмотрю, ну и заодно вам расскажу, чем кормим. То есть видео будет о зимнем рационе. Значит, вот основной корм это у нас, вот видно, ячмень. Ячменем кормим, ну, чтобы пожирнее мамки были. И комбикорм. Комбикорм даем меньше, ну, потому что он дорогой, вот вся причина. Так, сейчас расскажу, какой, чего и как. Сейчас еще ищу баранчика, но пока не вижу. Есть вон один, он слабенький такой. Ну, значит, в этот четырехмесячный баранчики есть, а мне просили побольше такого. Но предложу своего одного. Здесь плохо видно, сейчас фотографирую. В сарае плохо видно. Плохое освещение, так что буду вставлять несколько фотографий.